другому предложить. А, нет, ну вот линию нарисовал через лес, пойдем, имеешь в виду? Пехоту через Ну, лес? пехота, да, может, через лес, Стоник. там, поэтому. Стой! А! У меня ПБСК И есть. вот так вот потянул, вот, да. Лучше так, с двух сторон как Да. раз рассечь и зеленую эти почистить зеленку. Так и сделаем. Стой! Говорю, ПБСК есть. А, блин, опять этот зеленый маркер. Ну, это круто. Могу пойти не как все. Понял. Колонна едет небольшим. А1, P1 это что? Это просто частота или А тупо? один это вроде основной канал, П вот это как раз допустим. А два по два это вроде ДВ. Как все сложно. Вам уже надо выдвигаться за колонной. Справа? Машина, мочи. Камер, враг, враг, стреляй, 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 это враг, стреляй, Паша, стреляй. Где, где? Ренюша стреляет. Ушел, не увидел, не успел. Всем внимание, это вражеский хаммер с ДШК. Это вражеский хаммер с ДШК. Ну они ж, блин, нас видели. Надо догонять и уничтожать. У противника есть вражеский хаммер с ДШК. С ДШКМом. Понял, я понял. Они никому что-то работают. Да, у противника. Слушай. Нет, нет, свои не должны были. Мы вроде по хаммеру стреляли. Ясно, ну короче, ворона нет. Ворон умер? Вы, блин, по своему не стреляли, елки-палки? Колонна. Колонна стоп, колонна стоп. Ну ты, блин, молодец. Ты махнул, знаешь что? Махнул, урод. Ранило кого? Убил. Ворона убил ты. Так, махнул, это из мрапа кто-нибудь залезьте в, ну, в шакал. Так, сейчас вперед проедем, пока все остальное стоит. Здесь эти камни торчат, они такие коварные. Нужно подумать, что это техника. Ага. Так, ладно, колонна вперед, поехали. Занимаем высоту. Будьте аккуратны, прям под ним можно. А впереди в зеленке что такое? Хамик какой-то стоит. Стреляй, 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 давай! Уезжает. Перезаряд. Пуск по кому-то был, что ли? Да я сейчас чуть подумал. Я вот тоже подумал, понравилось. Это СПГ, что ли, было? Или это ты, Паша, отработал? Я отработал дымом. И РПГшка прилетела. Откуда? Не знаю. Не в меня. Или рядом. Я бил по хэтам. Слышишь, кочегар, своим хаммером контролируй ты юг, понял? Принято. Сейчас я с теплаком выйду, гляну, что там. Можешь... Вот. Скажешь. Можешь, кстати, отработать зеленку с МК-19. Машина появилась на... Да. Свои, походу. Свои.
черная, да, такая? Да. Свои. Да, с этой сбудкой наверху, с билетной кассой. На запада. Свои, свои. Паша, давай я, наверное, наш хаммер на их поставлю в тыл. Что мне там делать? Гонза, блин, неудобно перейти к нам на КВ, окей, да? Ты убегаешь? Так. Я пытаюсь контролировать просто. Мы у вас. Хорошо. Направляйте, где СПГ? Мы сам СПГ не видели, но был пуск с леса. Слышишь, Кочегар, рокировочка, отмена. Мы на юге встали, ты иди по отработай, короче. Юг, да. Юг СПГ. Что-нибудь видишь? Тут все трясется, ничего не вижу. Она на машине или стак стационар? Машина. А, понял. Не поворачивается. Туда какая-то машина укатывается, хамик наш, который едет. Да, уехал на стадион просто. Это враг? Там, там свои вроде, непонятно. Не, слышит, по вашему К-19 ездит. Виктор Чигар, вернись. Дальше, там дальше, техника. Дальше враг. За СПГшкой, ой, за нашей этой. Агрессами или что там? Да. На налево, смотрите, налево. На 200 на вас, короче, на запад ехал. Вы, те, кто сидит в мрапе, высадитесь и осмотрите подходы с севера, понятно? Кто пехотой остался. А то к лесу, с леса к нам придут, дровосеки. Да. 217 какая-то машина на горизонте. Понятно, на верхнем берегу. Перезаряди, сейчас мы будем... Нет, нужна помощь. Там же кто-то поехал. Перезарядился? Еще перезаряд перед. Она направо ушла. Все. Ты что? Это свои игры? Да, свой. Должен быть. Взорвали, да? Все. Отличная работа. Теперь наблюдайте север. Мы сейчас проверим со своим хаммером позицию. Тут там вышел кто. Готовься, может там есть. Да. Стоп. Пока не вижу. Надо еще там у Ашбимка вперед проехать еще. Вопрос, чем остановить? Так, пока контролируем этот лес, всяких этих котлеток подстреляем пока что. Выкатитесь техникой. Поду, да. Сейчас подъеду, уточню, что подвели. Можешь за ней спрятаться, Миша. Во. Я говорю, просто торопиться... Воу, нормально. Торопиться не надо, в принципе. Сейчас можно их чуть-чуть так повытаскивать. Да их мало, они будут вытаскиваться. Ну, ты ж отстрел наоборот. Тут все котлеты, да? Да. А, слушай, отсюда город видно, так, туда. Теперь. Танк с нашей позиции, если что, видно город. Да, не со своей видят. В конце перезарядки голос какого? Негра. Ну, так все правильно. Блин, как-то высаживаться вообще не хочу, у нас вроде пехоты-то нет. Смотри, если мы сейчас туда на технике поедем, нас выбивают, техника у них будет в руках.
То есть туда лучше какой-то одной единицей туда заехать. Да нас уже с этого направления ждут, блядь, на меня. Да, блядь. Ну тогда. Может, сзади, сзади, на востоке. Там наши, наши, наши. Можем, короче, так сделать. Пока там стоит обстреливают, мы все высадимся, сейчас покажу район. Район Красная Высадка. Там все пойдем. Где? А технику что ли использовать не будем? Ну потому что на технике туда уже ехать и очень опасно. Короче, датчик камеры нейтрализован. А, ну отлично. Ты к нам приехал сзади. Так, ладно, давайте. Ну а вон он стоит, ё-моё, на юге стоит. Ну хамик на юге стоит. Это же он? Да, вон на 200. Стреляй. Сейчас есть на него. Викнул, давай, Андрей. Рацию там попробуйте взять. Если может. На юге где вы? Ну, внизу стоит, ё-моё, Аздоник, вон, 203, 214 внизу стоит. 214 азимут, Аздоник, стоит хамик. Алло! Чё мы едем? Да, сейчас там народ залутается, не поедем. Пока танк пусть сравняет город с землёй. А, вот тут, это... Там гранатомётчик севернее. Гранатомётчик, да. Нет, танк, рановато, поехал, рановато. Сейчас мы подойдем на метку к шакалу, потом подъедете, хорошо? Может, а назад отодвинулся? А Соник разрешил с ТГС поработать в зоне? Давай, давай. Сейчас на шакалу стреляю, короче, и здоровый его. Ладно, шакал, вперед, прикрой танк. Ну, блин. Да, я ошибся, 500 метров еще туда бежал. Из зеленки, кстати, не советую выходить, тут стрёмно. На дорогу, если выходить, здесь открытое место. Хотя можно перебежать, и будет друг другая зеленка. Сейчас самое время. Так, калаш у меня здесь. Да. Молодец, у вас зеленка. Да-да, слышу, бегу. А они талибы, да? Вижу, уходит назад один. Убегает. Отступает. Преследует. Блин, руки трясут. Азимут какой-то? В городе нет? Он по зеленке бежит. По зеленке, по той же, где мы видим. Перед нами. Перед вами на севере? Не потерял. Да-да-да, северная часть. Он сейчас в город будет зайти. Может, или в зеленке остался? Я его потерял. Его. Котлет.
Котлет умерла. Котлета, ты жив? Что не осталось? Ничего не осталось. Котлета с РКГшкой бегала. РПГ летит. А зоне побили, наверное? Эмочка своя? Да я стреляю. У меня эмочка своя в городе. Подхожу к городу. Откуда? Если по дороге смотреть, то чуть-чуть правее получается. Вдоль дороги. Это ниже девушка, да, ведь окошко, окошко торчит. По мне работает. Далеко от меня, да. Слышу, но не вижу. Трассер дайте, ухожу в зеленку. Пробуй в город зайти. Вдоль дороги не ходите, а дорогу постреливает. Я у стенки у города. Пехота, поддержка будет какая-нибудь? Да. Там сколько до города? 60. Могу пока блокпост зачистить, попробовать. Ну вот танк прикрывает блокпост. Можете попробовать взять. Тут все вот эти ближайшие дома никто стрелять не может. Я уже проверил. Понял, иду на блокпост. Там два человека. Ну я один еще нужен. Чаемка. Где дым черный, видите? Там дом рядом, второй этаж. Кто он там стоит на втором этаже в этом домике? Там где дым типа черный поднимается сейчас. Правильно, сломали его, но он дальше вот он за стенкой будет там выглядывал. Еще туда побейте. А, вижу, что наблюдаю, наблюдаю. В казарму проверяю. Калаш. Я на казарме. На блокпосту мне нужен еще один человечек. Зеленки бьет. Кто еще на блокпост бегает? Тут им хреново было, два человека мертвых лежит. Осторожно. Да, мертвый где? В казарме лежит? В казарме, да, лежит. И возле нее. Они тут перевязывались, и у них тут вообще жопа была полная. В западной части какая-то была ходьба и... И стихло все. Может быть там раз, потому что забрали уже.
Мне кто-нибудь на казарму придет? ВСО, походу, убили. Лежит наш. Он был до этого мертвый. Окей, тогда все. А вы живы? А, не стреляйте, пожалуйста, сейчас я пробегу, куда вы стреляли. Ты здесь жив? А там нашего недавно убили, так что... Да, стреляй тут, рак. Вот опять стреляешь, собака. Живой кто там бегал? Короче, я ушел с блокпоста. Зашел бы на блокпост, я отошел бы. Какая-то последняя коробка. Там рад еще есть. У нас позади куча техники оставлены с полным БК. Паш, ты че, убежал? Да. Куда ты едешь? А ты пришел на него? Так я ж танкист. Ну а что мне делать? Никто ко мне не идет. Сейчас отработал, а здесь никого из врагов нету. Может быть. Танк, как-то машина сгорела. Танк противник. У танка? У шатра, да, стрельба была. Запад. Запад автобус. Убили, убили кого-то. Знаешь, шакали убили. Ну, сжигайте его нахрен. Во, нашел. Не дочитали. Граната. А Геллиган боится. Разворошил? Они уехали. Так, поедет отсюда. Там ко мне впереди нет? Нет. Танк бросили, уехали, что ли? А чё, панза... А, Паша взорвался на СВУхе. Паша, да. Умер, что ли? Да. Я нашел свою помз. Надо было только взорвать. Сейчас, по идее, ты себя вызовешь. Да, там два человека. Я требовал, я по рации говорил. Мне нужен человек. Мне нужен человек. Там два человека. Воу! Так близко от мура, потому что ракета прошла. Это вражеская? Да-да-да. Она и так пустила из домика. О, сейчас, по идее, должен быть минус танк. Давай, давай! Там? Попали. Есть, минус. Ну не выиграл, убрали. Всё, танк занимает. Выбил, всё, да, Паш выбил. Так он просто выбил. Там прыванёт, мне кажется. Да, не должен. Да, башня выбита, а вот... А кататься, кто затрещал? Да, ведь, да. Он сейчас не загорится, как вчера, Юки? Здравствуйте. Вон, вы чё вы сидели? Там рядом у вас фугахи летали. Так нам никто ничего не говорил. Ты не слышал, да? Мы походите, кто-то шоу. Да, я здесь ладно. Вот, он засядет и сгорит. Это просто угар. Нет. По-моему, нельзя. Не может. Нельзя, по-моему, да. Два. Три. Если в жопу сейчас стрельнет, она насквозь пролетит. Не тебе так, не ко мне, она ударит. А почему? Смотри, сейчас умрет то, что рванет. Я тебе отвечаю. БК хазар, откуда? Пройдет, проверит. Я вам не зрелищу. А он думает, может, это живое стало? Ну сейчас. А, его сбоку. Нет, техника больше нет? Для экипажа просто.
Оп, устал. У него труба еще есть? Бля, я есть, есть. Ну, сколько? Раз, два. Нет. Я нет, уже все потратил. Тоже нет, нет. Пусть бы танк взял там, может танки что есть. Просто захватите ее. Ну по идее блокпост уже должен взять. А вы. Блокпост уже взяли. Ё-моё. Вы нет. Весь... Хорош, хорош. Сейчас вы загасит, мне кажется. Ну он слышит. На КГшке, кстати, очень хорошо дамагает. Ну, они херо. Ему пофигу, ему пофигу. Убили? Нашел меня собака. Как я вижу, я зря отходил, да? Да. А вы говорили, нереально. Так вот, поэтому там нету. Ну, я не мог. Оба, убитель, он же. Чё? Я его послушал точно. Господи, чё там у курка? У вас сорвут? РПГ. А, можно самое. Смотрите, как нужно меня чекать. В смысле, он в здание зашел через стенку. Да это нормально. То он хочет через стекло залезть. Это же арма. Чих-чих-чих-чих. А у Виски лошарина. Пиксел, ну как край, так? Победа край. Позор. Позор. Выиграли. Бомбили, бомбили и победили, да? Да, позор атаки точно. 0 фрагов.